До 1 сентября чуть больше месяца, и если в школах готовятся встретить учеников после каникул, то сами школьники гадают, когда будет День знаний – 1 или 2 сентября. 1 сентября в этом году приходится на воскресенье. Регионам самим предстоит решать этот вопрос. В Чувашии он пока остается открытым. Татьяна Трофимова решила выяснить, что же думают по этому поводу жители республики. Я бы хотела, чтобы праздник 1 сентября прошел на понедельник. Ну, воскресенье, потому что как бы выходной, и все хотят отдыхать. Воскресенье – это всегда день отдыха. Но это уже Господом как-то заведено так, что в воскресенье мы все отдыхаем. Зачем нужно идти на работу, не понимаю. А с одного дня ничего абсолютно не решать. Мне кажется, понедельник. Вот я бы, например, ребенка отправила в понедельник. Если бы меня спросили, как у родителей, я бы сказала в понедельник. Я бы хотела, чтобы в воскресенье отправили детей в школу на линейку, так как родители и бабушки все будут дома отдыхать. И будут иметь. Да, и будут иметь возможность все-таки же вот присутствовать на праздновании 1 сентября. Мнения взрослых разделились практически 50 на 50. И в воскресенье хорошо бы отправиться в школу на праздничную линейку, и в понедельник тоже неплохо. Большинство школьников, видимо, уже соскучились по родным стенам. Мне кажется, в воскресенье, чтобы сразу учеба началась. Ведь дети получают знания в школе, а не для того, чтобы просто проводить там время. Я бы хотела пойти на торжественную линейку в школу в воскресенье, потому что у мамы будет выходной, и она меня сможет проводить. Воскресенье. Ага. Почему? Получается. Потому что, чтобы раньше прийти в школу, чтобы видеть своих родных учителей. Выразить свое мнение, в какой день лучше праздновать 1 сентября, в воскресенье или все же в понедельник, могут все желающие. Это можно сделать, проголосовав на нашем сайте www.ntrk21.ru или в группе «Национальная телерадиокомпания Чувашия ВКонтакте». Также свой голос можно оставить и на сайте газеты «Советская Чувашия». Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.